Обычно в это время мистер Ли у себя. Хотел бы я куп... Мэй долго хранила одежду дяди Бена. Кажется, будто он подсказал ей, что делать. Питер, чем могу помочь? Простите, что отвлекаю, мистер Ли. У меня есть подруга Мэри Джейн, она репортер. Она пишет статью про рынок искусства и нашла вот это. Ей нужно мнение эксперта, а у вас ведь есть диплом. И, возможно, сейчас он впервые мне пригодится. Что ж, показывай. Любопытно. Где она нашла? Я точно не знаю. А что, что это? Копия маски из китайской оперы. Давно я таких не видел. Этот знак примерно означает демон. Демон? Мой папа читал мне сказки про духов в таких масках, когда я был маленьким. Я очень боялся. Слушай, Питер, эта маска, она может быть связана с опасными людьми. Мэри Джейн, лучше найти другой сюжет. Думаете, она в опасности? Я не знаю. К чему рисковать? Эй! Символ внутри маски означает демон. Мистер Ли здорово испугался, никогда его таким не видел. Он даже сказал, не стоит в это лезть. Как интересно. Думаешь, мистер Ли знает больше, чем говорит? Нет, больше похоже на какие-то неприятные воспоминания. У него было трудное детство. В других приютах я никогда не могла расслабиться. Демоны, значит. А хорошая кличка. Себя как так, дома. Я сажусь за статью. До встречи. Ну, все прошло почти так, как я надеялся. Могу залатать эти ботинки. Еще послужат. Я пока не нужен доку в лаборатории. Паучку пора поработать в городе.